швидкість, драйв, адреналін. Пережити ці почуття притаманно Андрію Гальчинському, президент обласної федерації з драгрейсингу та дріфту, влаштовував автомобільні гонки у Вінниці навіть міжнародного гатунку. Він не уявляє своє життя без автомобіля, проте не дивлячись на те, що любить ризикувати, сам не порушує правила дорожнього руху. А от чи готує він класичний шашлик за правилами кулінарії, ходімо дізнаємось. Сьогодні знаменитості вийшли на природу. Ось тут, в Слов'янському дворі, що біля торгово-розважального центру «Мегамол», в межах міста можна не лише приготувати та посмакувати шашлик, а й побачити, як готує його відома зірка. Сьогодні у нас в гостях Андрій Гальчинський. І вже шашлик від нього за кілька хвилин. Спорт увірвався в життя Андрія, коли йому було ще 6 років. Батько віддав хлопця на боротьбу. Потім хокей на льоду, кікбоксинг та стрибки з парашутом. Зараз Гальчинський не уявляє своє життя без авто та мотоспорту. З 2009 року організовує на Вінничні автогонки. До нього подібного ніхто не робив. Він є президентом МОУ ФАУ «Вітак», голова комітету ФАУ по драгрейсингу, учасник світового комітету ФІА по драгрейсингу та президент Вінницької федерації драгрейсингу і дріфтом. Драгрейсинг – це швидкісні гонки на дистанції 402 метра. А дріфтинг – яскраве шоу двох автомобілів, які мають проїхати якомога красивіше. Програму «Знаменитості на смак». Сьогодні в нас в гостях Андрій Гальчинський. Я вітаю тебе. Ми сьогодні на природі будемо готувати шашлик класичний, така чоловіча страва, але кожного є свої якісь такі родзинки. Який сьогодні буде шашлик від твоя коронна страва? Сьогодні ми приготуємо шашлик в маринаді під газированою водою, лук. Ну і всі приправи, які ми додаємо по вкусу. У нас вже готове м'ясо, яке ми будемо зараз маринувати. Так, цибулька, спеції, лавровий листок. Треба помити руки спочатку. Звісно. Слухай, ну ось ти взявся за влаштування в нашому місті, взагалі такий спорт, автоспорт. І ти перший, хто відкрив його. Не боявся, ти взяв на себе велику відповідальність, тому що вкладав і душу, і багато грошей. Сьогодні не жалкуєш про це? Я не жалею ні о чому, о тому, що я робив. Я люблю нашу Вінницю, і тому хочу, щоб вінничани бачили те, що не бачать інші міста і інші люди. Доручаєш мені нарізати це? Ми одразу розподілимо, да? Наші ролі. Поручу вам резать лук, себе возьму резать м'ясо. Да. Шашлик – це така мужська задача, як по мені. Всегда, коли ми ходили з друзями куди-то на майовки, вот, то ми, естественно, делали без шашлик. Без шашлика не обходилось. Да, без шашлика не обходилось. І всегда этим займався я, поэтому опыт большой, много всяких рецептов. І от я останавливаюсь всегда на рецепті газированная вода. Лук. Ну от, влаштовуючи такі змагання, вони екстремальні. Достатньо тобі екстриму в житті? Ти вже на дорогах саме тому їздиш, майже не порушуючи правила дорожнього руху? Учитывая то, що я всю життя спортсмен, вот, я займався і борьбою, і греблею на каное, і прыгав з парашутом, займався боксом, кікбоксингом, хоккеем на льду. Экстримов в жизни хватает, и автоспорт это стал еще один такой экстремальное мое увлечение, которое я очень сильно люблю. Вот, сам люблю поездить, но все должно быть безопасно, и это главное, к чему мы всегда стремимся. А як ставишся до жінок за кермом? Очень хорошо, потому что женщины имеют такую особенность, когда
она переходит какой-то рубеж, появляется уверенность, вот, тогда женщина – это очень хороший водитель. Но до этого рубежа нужно порой очень долго доходить, чтобы женщина почувствовала себя уверенной именно. А на самом деле женщины очень аккуратные, ответственные, намного ответственнее, чем мужчины. Почему? Потому что все-таки женщина – это мать. Вот, и у нее есть вот это чувство осторожности. Да, осторожности. А от як влаштовуючи змагання, сам не береш в вінницьких змаганнях участь. Чому? Не вистачає на це часу? На це просто нету реально времени. Вот, поэтому надо лучше уделить время организации. Невозможно сделать два дела хорошо. Я понимаю, лучше организовать на высоком уровне соревнования, чтобы Винница была довольна. Вот то, что мы делаем. Привезти сюда суперпилотов. Ну, а самому гоняться, я думаю, где-то в ближайшем будущем мы построим для себя автомобиль и будем ездить. Але ж все-таки вперше ти сам спробував, в Київ їздив на такі змагання і тоді вирішив їх тут організовувати. Ще в 2004-2005 году ездили в Київ, в Харків, в Запорожжі, де це було развито дуже сильно. Вот знаменитая «Чайка». Туда ездил как на кольцо, тренировался, потом появился драгрейсинг, знаменитый фильм «Форсаж», всех зарядил, мы туда ездили, потому что в Виннице у нас этого на легальном уровне не было. Вот. Ну и затем подумали, где бы у нас такое можно было провести, нашли аэродром Калиновку, договорились и, собственно, начали проводить такие соревнования. Берем, маринуем, так? Можешь брать на мы уже порезали шашлык на порционные кусочки. Вот. Да, мне уже прежде чем его ложить, я бы рекомендовал всем, ну, естественно, его промыть. Да? Угу. Вот. Берем какую-то подручную. Ну и все это вымываем. Які враження були в тебе, коли ти вперше спробував себе на змаганнях? Ну, естественно, не страшно было? Смотрите, у меня большой опыт выступления на всяких соревнованиях разного уровня. Да? То есть я выступал на чемпионате Украины по гребле, на каное, я выступал на чемпионатах Украины по боксу, по кикбоксингу. Поэтому вот это вот чувство адреналина на таких больших соревнованиях я уже научился к тому времени, когда я сел за руль, контролировать. Как бы, да? Но все равно это новые ощущения. Вот, и, естественно, вообще все по-другому, ты управляешь автомобилем, и отсюда своего рода адреналин. И понимаешь, что это скорость, азарт, выиграть, поэтому чувства всегда такие бурные, неоднозначные, и адреналин зашкаливает, потому что это большие скоростя, вот, плюс опасность, потому что, ну, можно разбиться. Чому саме зупинився на цьому виді спорту? Тому що пробував різні, як ти пробував різні спорти, остановився, тому що це в автомобілях це найдоступний вид спорту – драгрейсинг, да? Ми помили наше м'ясо, рекомендую вилкою проколоти кожен кусочок. Чому? Так швидше воно замариться. Маринад. Да, на газированной воде, очень сильно газированной. Вот. И вода, естественно, с газами будет проходить через шашлык. Чем больше в нем будет дырочек, тем больше пропитает вот эти газы наше мясо. Вот. Собственно, это можно делать в беспорядочном порядке, как удобно кому, да, на проколоть. Ну, тут как бы мы два дела делаем. Во-первых, размягчаем мясо, да, дырочки эти делаем. Во-вторых, через эти дырочки, когда будет мариноваться, проходить газ. Вот. Окрім шашлыку, ще любиш готувати? Могу готовить, люблю, но, честно, нету времени. Жизнь бурлит, все, нужно везде бежать, поэтому не часто готовлю. Цьогорічні змагання будуть чимось відрізнятись від інших? В этом году мы поменяем концепцию, мы добавим больше элементов шоу, особенно порадует людей вот американский футбол с машинами. У нас есть команда футболистов американских, и мы сыграем такую сценку, в общем-то, отработали, мы уже делали
эксперимент. Все очень здорово получилось, и зрители будут очень довольны. Также в этом году у нас будут самолеты летать. Маленькие самолеты на радиоуправлении, хотя они достаточно не маленькие. Тоже будет шоу-программа большая. Будет программа «Вертолет» с дрифт-машиной. Все, мы это уже тренируем, репетируем. Ну, самому взяти на себе організацію – це дуже велика робота. В тебе є помічники, які тобі допомагають? Дуже багато людей допомагають. Самому це просто нереально потягнути. Без команди, людей, таке мероприятие просто нереально. А от тоді, коли починав, були в тебе люди, які тебе підтримали, твою ідею? Тому що починати завжди важко. Проблема була в тому, що в Вінниці великого рівня соревнування по драгрейсингу бачила там 2-3 чоловіка. Вот. И я один вот должен был рассказать всей команде, что это такое. Естественно, рассказы это не то, да, надо было хотя бы раз увидеть. И заключается сложность организации в том, что человеку рассказываешь, он все понимает, но когда доходит до гонки, то человек забывает о своих обязанностях, а он смотрит на машину, потому что он никогда такого не видел. И все, он понимает, это адреналин. Человек, ему тут надо что-то делать. Я говорю, мы сюда пришли не смотреть, а работать. Мы должны эту гонку сделать. И это было вот на протяжении 2 лет, это была проблема. Потому что люди говорят, да, мы все поняли. Но когда есть отвлекающий фактор, который зашкаливает, пересиливает то, что ты видел, люди начинают, в общем-то, немножко их надо было корректировать. Так, что мы думаем? Силь? Так. Все, шашлык додается по вкусу. И соль, и перец, и там, ну, чеснок ложат, специи, все что угодно, все по вкусу, все индивидуально. На протяжении там долгих лет изготовления шашлыка я уже знал, какой у наших компаний вкус. Я понимал, что любит тот кто-то то, кто-то то, поэтому вот, ну, все по вкусу, да, то есть индивидуально. Мы немножко и добавим и соли, вот. Все это нужно, естественно, чтобы попало на каждый кусочек, поэтому... Були ситуації якісь непередбачувані? І як ти себе мобілізуєш взагалі в складних ситуаціях? Бувають паніки? Чи ти себе можеш сконцентрувати і навпаки зробити все на високому рівні? Як ти? Організація соревнований не дає панікувати. Плюс, учитывая то, що займався дуже багатьма видами спорту, і самоконтроль, він має присутствовать завжди і везде. Парашютний спорт дав понимание, что паниковать нельзя, потому что когда не раскрывается парашют, да, нужно трезво мыслить, то есть это все это время ты падаешь, нужно понимать, что надо отсоединить основной парашют, потом второй запасной открыть парашют, поэтому когда в автомобильном спорте случаются какие-то непредвиденные обстоятельства, я понимаю, что есть всегда действия, и мы понимаем, что нужно делать. Все это расписывается на специальных планах безопасности. Каждый человек заранее понимает, что он должен делать. Поэтому никакой паники нету. Все знают, все на своих местах стоят и понимают, что, где, кому делать. Вот. И, собственно, потом мы только действуем по утвержденному плану, скажем так. Кожним роком ти додаєш щось нове, щось узагальнюєш, щось, російське таке слово, усовершенствуєш. А на який рівень плануєш вийти? Яка планка? Я так скажу, в этом году у нас должно было бы быть просто, ну, очень серьезное масштабное мероприятие. Потому что в ноябре месяце мы получили заявку от чемпионов Германии, Польши, Бельгии, Австрии на то, чтобы к нам они приедут. Они уже подали заявку и все. У нас должна была быть такая супербитва монстров. То есть их должно было быть около 30 человек. Вот. Но это там машины, у которых по 2000 лошадиных сил и 1-1,5 секунды разгон до 100 км в час. Но, к сожалению, все наши, да, то, что происходит сейчас в стране, не позволило это сделать, поэтому все это будет переноситься на следующий год. Но, несмотря на это, в этом году Винница будет проходить
награждение чемпионов Украины по итогам 2013 года, поэтому к нам очень большое количество съедется гонщиков. Я думаю, за два дня у нас будет больше 80 пилотов драга и дрифта. Уже там два автовоза идут с Одессы, с Киева. Вот. И, собственно, мы стараемся выйти на очень большой уровень. Мы пока держим, скажем так, лидирующие позиции по драгу. Лучше машин, которые к нам приезжали вообще в Украину и в СНГ, в Винницу только. Поэтому винничане у нас немножко уже такие разбалованные. Они уже не хотят смотреть на что-либо то, а хотят именно видеть суперпилотов. И это правильно. Я это все поддерживаю и стараться буду, чтобы максимально в Винницу привести суперпилотов, супермашины, чтобы у нас в очередной раз устанавливали рекорд. Цибульку додаем? Конечно, мы додаем цибульку. Скільки в нас буде шашлик маринуватися? В основном шашлик на газированной воде маринуется там 2-3 часа, и этого вполне достаточно, чтобы он пропитался. Шашлик, який ти готуєш, будуть пробувати відвідувачі Слов'янського двору, да. Оцінюють за 10-бальною системою, тому... Вот, нас еще будут оценивать. Ну, я всегда готов к оценке, потому что спортсменов всегда все оценивают. Вот, в любом спорте. Мы постараемся, вот хочу сказать для зрителей, что когда вы готовите, уже сразу представляйте, какой будет вкус. И этот вкус вселяйте в то, что вы готовите. Это может быть любое ваше блюдо, да, что бы ни готовили, представляйте, какой он будет вкусный. Как эта перчинка будет на языке у вас, как соль, как это вот все, совокупность этого всего. Когда вы об этом думаете, это все готовите, уже вселяет в то, что вы делаете, вкус. Давайте будем открывать, да, о, шипит, это хорошо, значит, очень много газа. Этот газ будет пропитывать наше мясо, чтобы оно было... Ну, шашлык маринуют по-разному, и кожен там... Очень много рецептов. Кефире, кто-то кефире, в майонезе, в луке. Я вот остановился на таком рецепте, на газированной воде. Он мне очень нравится. Вот, шашлык получается пропитан... вот этим газом через, то есть проходит все это, плюс лук, все это все добавляет, и шашлык получается такой сочный такой, да, то есть это на вкус тоже. Кто-то любит суши, кто-то любит сочнее, когда с него вот течет, вот. И уже за 2 години мы будем его? Конечно, через 2 часа мы сможем жарить, нанизывать. Продовжуємо програму «Знаменитості на смак». Сьогодні готуємо шашлик разом з Андрієм Гальчинським. Він у нас маринувався вже 2 години. Будемо смажити тепер. Давай. Взагалі, як часто знаходиш час для того, щоб поїхати з друзями на природу, відпочити? І це той класичний варіант, як ти відпочиваєш, чи любиш ще якось відпочивати? Як відпочиваєш? Предпочитаю активний віддих. Вот, то есть это гонки, это парашют, это коньки, да. Это работа и відпочинок в тебе все. Это все вот так, да. То есть я не люблю море, не люблю там лежать, загорать, вот это не люблю. Шашлыки с друзьями, ну, хотелось бы, конечно, чаще, но довольно часто и нормально это происходит. Вот. Поэтому опыт у нас есть большой. Ну что ж, классически нанизываем мясо порционное наше на шампура. Взагалі, чому обрав, ну, спорт в дитинстві? Хто тебе наштовхнув на це? Виховання було таке? Чи якийсь був приклад яскравий? З чого все почалось? Все папа. У мене найкращий папа на землі, і мама теж. Вот, папа мене поставив на коньки ще вообще в дитинстві, я себе не пам'ятаю. Вот. Затем я з'явив бажання заниматься борьбой. Меня папа нашел секцию «Крепыш», даже помню, как это все называлось. Вот. И, собственно, затем сам попал на греблю. Угу. Ну, дальше бокс и все тому подобное. Уже потом, когда чуть подрос, пошел уже и с парашютом прыгать. Ну, все это, все отец. Сьогодні говорять багато про те, що спорту приділяється мало уваги. Ну, що молоді люди сьогодні не настільки активні. Як ти вважаєш, чи дійсно це так? Чи, і якщо це так, то як потрібно піднімати дух той спортивний, який, ну, повинен бути ще з дитинства? 4 роки я був тренером по кікбоксингу. Вот.
И я могу точно сказать, что к нашему спорту в Украине очень-очень плохое отношение. Вот. Все держится на энтузиазме. Нет, финансы, нет. А чему так? Понятное дело, что финансовая часть – это, естественно, основная. Да? Но должны быть государственные программы для поддержки спорта, любого, всех видов спорта. Да? Это все должно быть на уровне, должно быть на законодательстве. То есть, если у государства нет денег, пускай напишется такой закон, который сделает возможным, чтобы помогали спорту бизнесмены. Если бизнесмен, допустим, помогает, содержит какую-то хоккейную команду или там, не знаю, зал бокса, ну, любой вид спорта, чтобы у него были какие-то привилегии там. Да, конечно. Привилегии на там с налоговыми, да, то есть, чтобы он понимал, что поддерживая спорт, он тоже что-то имеет, и тогда спорт будет развиваться. Только так я это вижу. Так все работает в европейских странах, в Америке. Вот. То есть там спонсоры стоят в очереди, чтобы поддерживать какую-то команду, потому что там просто супер условия. И отсюда у них такое развитие. Там государство вообще не выделяет каких-то там супер денег. Які найбільші тебе були складнощі от при організації того ж чемпіонату? В чому так стикався, що хотілося, от бували хвилини, хотілося опустити руки і взагалі все залишити і не організовувати? У мене такого, от, я так сложен, у мене такий склад ума, і вообще, якщо я за что-то берусь, у мене немає такого поняття «отступай». От є ціль, і нужно выстроить ступеньки, чтобы до этой цели дойти. Все. И ты ищешь возможности, чтобы ступеньку поставил, на нее залез. Ступеньку поставил, и вот цель. И, как говорится, вижу цель, не вижу препятствий. Вот это у меня. Я такой, что можно, если захотеть, в космос улететь. Да? Главное было бы желание. И найти все возможности. Ну, все. Если есть цель, надо добиваться. И так, чтобы вот просто сказать на полпути, все, я не могу, потому что там что-то, ну, это неправильно. Жар в нас дуже сильный. Мы расскажем для наших зрителей особенность шампура. Да? Вот эта вот часть, такая вот завитушка. Зачем она сделана вообще в шампуре и как ее нужно использовать? По идее, по классике жарки шашлыка, шашлык должен обжариться со всех сторон. И вот эта вот завитушка, она позволяет фиксировать шампур на каждой стадии прокрутки шашлыка. И по классической готовке должно быть так. Мы сюда поставили шашлык, прокручиваем его, прокручиваем, прокручиваем очень медленно. И когда он дошел до конца, шашлык... Продовжуємо програму «Знаменитості на смак». Нагадаю, що сьогодні в нас в гостях Андрій Гальчинський. Ми готуємо класичний шашлик і схоже, що він у нас вже майже готовий. Давай попробуємо, чи готовий. Класична перевірка готовності шашлика – це надрізи ножиком, да? Ножом м'яса. Розкриваємо і дивимося, щоб він був однородного цвіту. Вот. Тобто це одразу видно по цвіту. Угу. Ну, собственно, кто-то пробует, кто-то не пробует. Я точно понимаю, когда однородного цвета мясо, то значит шашлык уже готов. Будем сервировать стол. Да. Так, да? Знаменитість зірка готувала шашлик. Я прошу вас спробувати і оцінити за десятибальною системою на смак. Ну, 8. 8, да? Да. 10. 10 балів – це
він дійсно відповідає цьому. Дуже дякую, смачного вам. Для приготування класичного шашлику необхідно м'ясо, спеції, цибуля, газована вода і лавровий листок. М'ясо нарізаємо на шматочки, прокулюємо кожен вилкою. Додаємо спеції, лавровий листок, заливаємо сильно газованою мінеральною водою. Маринуємо 2 години, після чого обсмажуємо шашлик. Слухай, дякую, що ти прийшов до нас на програму. Приготував такий смачний шашлик. Я сподіваюся, що це не остання наша зустріч, буде було цікаво і поговорити, і посмакувати. Дякую. Спасибо вам за те, що пригласили. Спасибо вінничанам. Я люблю Вінницю. Смотрите знаменитості канал «Еверест». Знаменитості на смак. Дякую.